собаку можно погладить, никто вам ничего не скажет. Ну что? Да. Любую. Смело гладьте любую. Смело. Это легче. Легче? А почему у каких-то разные глаза? Это украсы, которые бывают, но их немного. Ну, иди сюда. Иди. Ну, сейчас они только что катались. Лежать, отдыхать. А что, сейчас тоже можно так? Да. И кто-то другой нас пытает. Я что, сидишь там, ну, боишься? Не, да? Ну я тоже хочу. А ты-то куда? Вот это вода. О, иди сюда. О, а, вот так вот, присядьте вот так. О, да, будет? Ну, он хороший. Он старый, да, сколько ему? Нет, 2 года. А почему вожак? И кто это не условие? Да? Гвардь не бойтесь. Очень люблю, когда я гвардь. Ой, какой пес. Давай такого же заведем. Давай. Мне надо гулять. Надо на природе. Мне очень любим. Вы их выпускаете куда-то? Ну как это? А так, если не побегут, они начнут кушать кошек, других собак. Да ладно. Это волки на 70%. Почему они не кусаются? Ну, это селекция. На протяжении 4000 лет их так воспитывали. Mm-hmm. Агрессивную собаку, которая не слушалась, убивали на глазах всей упряжки. Потомство оставляют только от послушных, от ласковых псов. То есть за 4000 лет представляете, что с ними. Для них укусить человека – это сверхъестественно. Никогда нет. Никаких их отряд. Охранять они вас тоже не будут. А, то есть нет, да? Они всех любят. Прождем залезет вор, они его залезут нахуй. Да ладно. Я говорю, это очень ласковый. Ну здорово, зато он какая-то. Они няньки прекрасные. Они играют. Да, это про это да, я слышала. С ними можно спокойно детей оставить любого возраста. О, смотрите, встал. Да и хау, ну люди идут. Пишку. Ну как вы их помните всех? Да не разные. Ну, на первый взгляд кажется, что они одинаковые. У каждого своих характер. А краса ни одного одинакового нету, как они всех припасы. Угу. А я вот вижу, да, что вот они когда все так обычно смотришь и разные, когда вот они все вместе. Собака, да. Как китайцы все на одно лицо. Да. Потом, когда начинаешь общаться, они все разные. Давай я в упряжке прокачусь. Да иди ты со своей упряжкой. Дайте мне войти-то.